Все сельхозпредприятия наши работают в штатном режиме. Я вот утром провела штабы и с сельхозпроизводителями, провела также штабы с нашими торговыми сетями и с общепитом. То есть все эти организации работают в штатном режиме. Были некоторые определенные нюансы, связанные с логистикой. Все вопросы сегодня сняты. То есть никаких сбоев, никаких проблемных либо нештатных ситуаций у нас сегодня нет. Безусловно, организовано оперативное общение. Оно у нас, в принципе, ежедневно, как в текущей деятельности. Сегодня более так оперативно, потому что понимаем, что если вдруг какие-то возникают вопросы. Но на сегодняшнюю вот минуту, я могу сказать, у нас нет ни сложных вопросов, ни критичных ситуаций, не возникает никакие. Есть отдельные моменты, вопросы, опять же, связанные там с перемещением машин. Но это все вот в ручном режиме. В принципе, такие ситуации у нас возникают и в любой другой день, какой бы ни. То есть мы работаем, во-первых, все наши работники на местах, все сельхозпроизводители на местах. Мы понимаем важность и нужность, что в любой какой бы ситуации мы обязаны обеспечить бесперебойную, поэтому сегодня также работаем и обеспечиваем. Что касается именно продовольствия, да, есть определенный сейчас зафиксирован ажиотажный спрос на ряд продуктов. Мы вот мониторим, сейчас в том числе вот вышли по магазинам, смотрим. Но с торговыми сетями договорились, и уже это договоренно сейчас срабатывает. То есть при необходимости будет осуществлен дополнительный завоз тех продуктов, которые сегодня вызывают больше спроса. Мы мониторим ежедневно запасы. То есть по степени, даже если вдруг нет ажиотажного спроса, на всякий случай мы сегодня будем говорить о том, чтобы наши потребители не ощутили, не дай бог, такой картины, что где-то по какому-либо группе товаров, мы сейчас говорим обо всех группах товаров, даже не те, которые вызывают сегодня ажиотажный спрос. То есть все группы товаров должны быть обеспечены в полном объеме у нас на полках. И эти все меры мы принимаем сейчас оперативно, там, где какие-то возникают вопросы. Поэтому ситуация стабильная, паники нет, штатный режим, как всегда. В настоящий момент времени на территории Белгородской области никаких проблем, связанных с обеспечением горюче-смазочными материалами, нет. Сегодня я уже связался со всеми руководителями федеральных и региональных сетей автозаправочных станций. Все подтвердили наличие запасов в объеме более 90% и обеспеченностью для заправки на 30-40 дней вперед. Точно так же нет никаких проблем с поставщиками и с ускоренной поставкой. То есть те запасы, которые будут вырабатываться, они автоматически будут наполняться за счет стандартных поставщиков, которые обеспечивают эти поставки в штатном режиме. Уважаемые белгородцы, позвольте заверить вас в том, что все бюджетные обязательства региональной и муниципальной власти Белгородской области перед населением, перед предприятиями, по расчетам по коммунальным платежам, иным видам платежей, транзакций будут исполнены в полном объеме. Ритм и режим работы сохраняется в обычном порядке.